Подарить свято каждому дитяти. Могилевский институт Министерства внутренних справ наведал подшефные организации. Марафон добрых справ распочался с Могилевского областного центра медреабилитации детей-инвалидов и хворых детей психоневрологического профиля. Областный центр медреабилитации детей-инвалидов и хворых детей психоневрологического профиля и Могилевский институт Министерства внутренних справ сябруют более 10 годов. Офицеры и будущие правоохранники лечат своей миссией допомагать тем, кто в этом имеет потребу. В данном мероприятии я принимаю первый раз участие. Честно говоря, немного волновался, но когда увидел радостные улыбки на лицах детей, то и самому как-то стало легче на душе. Дети, в первую очередь, это цветы жизни, это залог, это фундамент развития нашего государства, нашей родной Беларуси, и мы должны сделать их детство намного счастливее. Центр теперь наведывают более 60 деток с разными патологиями, переважно у центральной нервовой системе, психичными и мовными порушениями. И такие мероприемства для маленьких пациентов – частка реабилитации. Проходим реабилитацию, физиопроцедуры, с нами занимаются дефектологи, логопеды, массаж, бассейн. Ну а вот такие вот праздники, как вам? Очень хорошо для детей, позитивно, конечно, им нравится. Очень смотрят, наблюдают, участвуют. Вот такая социализация и участие в празднике – это тоже часть лечебной программы, если хотите. Потому что умение общаться в детском коллективе, умение радоваться – это очень важный момент лечебного процесса. На добрые справы курсанты и офицеры завсёды отгукаются. Это и доброчинные унёски, и офицерский сход, а так само допомога от первичек Белорусского союза жанчын, БРСМ, профсоюзов. Допомогать тене такое пытание не стоит. И теперь коллективом. Могилевский институт, слово благотворительность, знак равно. Я думаю, что это замечают многие люди. Нам приятно, что мы, помимо тех своих служебных обязанностей, которые выполняют сотрудники органов внутренних дел, еще вот таким форматом приносим людям добро. А далее доброчинцы у погонах накировались у дитячий садок у вёсцы Матюты городского района. Это так само подшефная организация Могилевского института. Снежана Крыжевич, Кристина Каранкевич, Александр Тарасов. Новини региона.